На телеканале «Юганск» новости, в студии Игорь Шмелев. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. В 17-м микрорайоне продолжается строительство коррекционной школы-интерната. Общая площадь данного объекта более 11 тысяч квадратных метров на 230 учащихся. В Нефтеюганске отметили главный государственный праздник Российской Федерации. Нас объединяет одно. Мы все граждане России, страны с богатым прошлым и, я уверена, со светлым будущим. Выставка полицейской техники, оружия и средств связи прошла в Нефтеюганске. Наибольшей популярностью у горожан пользовались служебные машины. Это у нас как офис, то есть автомобиль, где мы располагаемся. Работы выполнены на 60%. Строительство коррекционной школы-интерната в 17-м микрорайоне продолжается. Партийный десант «Единой России» проинспектировал объект, который входит в программу «Карта развития Югры». Начало отсюда у нас. Значит, здесь уже начали отделочные работы. То есть идут штукатурные, шпаклевка стен. Каркас здания уже готов. Ударными темпами ведутся работы по внутренней отделке. В подвальном помещении на 80% смонтированы все необходимые инженерные сети. И на строй у нас порядка 70 человек работает. Ну, сейчас еще дополнительно будет у нас с правого крыла тоже зайдут отделочники. К завершению подходят и бетонные работы. Осталось залить парапет и машинное отделение лифтовой шахты. Далее на объект зайдут кровельщики. У куратора проекта, депутата Думы Нефтеюганска Ильшата Гумерова, остался открытым вопрос по благоустройству территории. Благоустройством отдельно занимается заказчик. Заказчиком является округ. Дополнительно не в рамках того контракта, который они на сегодняшний день выполняют, там благоустройства нет. Поэтому заказчик отдельно данный вопрос прорабатывает. Основные работы на объекте планируют завершить уже к осени этого года. Напомню, коррекционная школа площадью 11 тысяч квадратных метров рассчитана на 230 учеников. Предусмотрены помещения и для постоянного проживания воспитанников. Дарья Грельцева, Рамазан Бурниев, телерадиокомпания «Юганск». Завершился основной период сдачи итоговой государственной аттестации. Уже 20 июня вузы страны начнут прием документов от абитуриентов. Как и прежде, документы можно подать четырьмя способами. Через официальный сайт вуза, портал госуслуг, отправить по почте, либо лично привести в приемную комиссию вуза. В этом году все высшие учебные заведения обязаны обеспечить для абитуриентов онлайн-подачу документов. Обладатели значка ГТО могут претендовать на дополнительные баллы при поступлении в университет, а студенты с золотым знаком имеют право на получение повышенной государственной академической стипендии. Также Государственная Дума приняла закон, согласно которому победители международных соревнований будут иметь особые права при поступлении в высшие учебные заведения. Тюменцы жалуются на запах гари и задымление в отдаленных районах. В лесоохране сообщили, что смог в городе – последствия лесных пожаров в Свердловской области. В минувший выходной там тушили два очага на площади 18 гектаров. На данный момент в Югре нет действующих пожаров. Напомним, с 26 апреля на территории округа официально установлен пожароопасный период, с начала действия которого в регионе ликвидировали 39 ландшафтных возгораний и 14 лесных пожаров. Во всех случаях их причиной стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. В Нефтеюганске отметили главный государственный праздник – День России. В культурном центре «Юность» состоялась концертная программа. Жители смогли оценить выставку русских народных промыслов и выступления творческих коллективов города. Концертная программа началась с выставки инсталляции в паркетном зале. Мастерицы Центра национальных культур плели из бисера и соломы, демонстрировали лоскутное творчество и учили лепить из глины филомоновские игрушки. В Тульской области глины они очень быстро опадали. То есть тебе приходилось вытягивать вот так вот ее, и поэтому вот так вот шея оставалась. То есть это принципиальное отличие вот игрушки. Отметить главный государственный праздник пришли как простые жители, так и представители общественных организаций и объединений города. Это же день нашего, рождения нашего государства, Российская Федерация. Мы же патриоты своей страны, нашей Российской Федерации. И для каждого это должно быть важно. Официальная часть программы прошла в концертном зале. Мероприятие открыла временно исполняющий полномочия главы города Наталья Хализова. Нас объединяет одно. Мы все граждане России, страны с богатым прошлым и, я уверена, со светлым будущим. И пусть для нас, для жителей, наша Родина, наша любимая страна будет надежным и счастливым домом. С праздником! С Днем России!
День России также стал отличной датой для получения паспорта гражданина Российской Федерации. Наталья Халязова лично вручила документы особо отличившимся школьникам города. Игорь Шмелев, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». 12 июня свой день рождения отметили наши коллеги, редакция газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы». В этом году еженедельному изданию исполнилось 33 года. Первый номер газеты вышел 12 июня 1991 года. Тогда еженедельник издавался на 4 страницах. Сегодня в редакции трудится 20 сотрудников. Это журналисты, дизайнеры, фотографы, корректоры. А городская газета выходит на 16 страницах тиражом в 3000 экземпляров. Коллективная творческая энергия позволяет нам быть актуальными, потому что на сегодняшний день, конечно, мы идем в ногу со временем и в цифровом разрезе. Да, у нас портал Zen Press, у которого большое количество подписчиков, социальные сети, которые имеют статус госпаблика. В 2019 году на страницах издания появилась дополненная реальность. С помощью нее удается оживлять изображение. Раз, два. Вот уже 30 лет и 3 года газета «Здравствуйте, нефтеюганцы» радует горожан новыми и интересными выпусками. Светлана Чеченцова пришла работать в издание в далеком 2003 году, после 10 лет педагогического стажа. Мне кажется, что это вот судьба. Все-таки журналистика – это, несмотря на то, что я очень любила иностранный язык, и мне, в общем-то, очень нравилось работать в школе, но журналистика, она оказалась настолько интересной, потому что мы каждый день общаемся с разными людьми. Благодаря маленькой, но дружной команде, которая живет своим делом, сотрудники редакции неоднократно становились журналистами года Югры и прочих конкурсов среди средств массовой информации не только окружного, но и всероссийского масштаба. Дарья Горельцева, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Наследникам умерших героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров Ордена Славы гарантировано право на получение земельного участка. Согласно официальному разъяснению прокуратуры Югры, члены семей героев, которые не воспользовались этой возможностью при жизни или получивших звание посмертно, смогут бесплатно получить собственный земельный участок вне очереди. Также семьям героев, получивших звание посмертно с 24 февраля 2022 года, будет выплачиваться единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей. Необычную выставку полицейской техники, оружия и средств связи устроили накануне в Нефтеюганске. Мероприятие приурочили к 306-й годовщине со дня образования российских органов внутренних дел. Звук полицейской сирены не смолкал целый день. Служебные автомобили стали самыми популярными на выставке. Посидеть в машине, включить громкоговоритель и маячки могли все желающие. А их было немало. Ведь в салоне служебного авто много необычной техники и оборудования. В основном, то есть 12 часов службы, то есть в суточном режиме, то есть да, у нас 11 часов, мы на дороге находимся при заступлении на службу. Соответственно, это у нас как офис, то есть автомобиль, где мы располагаемся. Специалисты продемонстрировали современное оружие, средства защиты и связи, оборудование криминалиста. Все можно было потрогать, примерить и сфотографироваться. Всем желающим преподали урок рукопашного боя. Ноги по себе встать! Кинолог и ее собака Перес, готовые ответить на все вопросы и продемонстрировать навыки поиска взрывчатки, ждали любопытных горожан в тени под тентом. Данная собака с возрастом у нее 3 года. Обучались мы здесь по месту дислокации, то есть у нас здесь по месту службы. Необычную для горожан выставку приурочили к 306-й годовщине образования российской полиции. Мероприятие также стало возможностью показать работу 30 подразделений городского ОМВД. Основная идея проведения мероприятия – это привлечение населения для прохождения службы в органы внутренних дел. Организаторы отмечают, что в будущем планируют сделать подобные тематические мероприятия ежегодными. Игорь Шмелев, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Уровень воды продолжает постепенно расти. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние сутки обь поднялась на 2 сантиметра. Подтоплено 380 приусадебных участков в Нижневартовске и Лангепасе. В Нефтеюганске за минувшие сутки Юганская обь поднялась на 3 сантиметра. Уровень воды составил 889 сантиметров. Угрозы подтопления территории города нет.
Завтра в Нефтеюганске вновь будет жарко. По прогнозам синоптиков, уже утром столбик термометра покажет 28 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями. Ближе к вечеру прогнозируют небольшой дождь, который никак не повлияет на температуру воздуха. Столбик термометра останется на уровне 30 градусов выше нуля. На этом у нас все. Всего вам доброго. До встречи в эфире.